Бурак, ты можешь ехать немного побыстрее? Смотри, мы создаем пробку, нас все обгоняют. Ну, а ты поехала со мной не ради того, чтобы побыстрее добраться. Вот смотри, как здорово, едем медленно, красота. Любимая, какие цветы ты любишь больше всего? Они все красивые, я все люблю. Все красивые. Хорошо. Сестра, мы покупаем все. Я не это имела в виду. Если бы я хотел купить тебе все цветы мира, все равно было бы мало. Спасибо большое, они такие красивые. И так вкусно пахнут. Просто посмотри. Я чувствую только твой запах. Береги себя, ладно? Ты тоже. Спасибо тебе. Я могу оставить цветы здесь? Конечно, пусть остается. Увидимся. Увидимся. Ослы, мы не виделись со вчерашнего дня, а кажется, будто год. Да, мне тоже так кажется. В тебе что-то изменилось. Что, например? Ты вся сияешь. Ты очень красивая. Правда? Теперь ты поняла, что влюбилась в этого парня? Я влюбилась, да, Гунжа? Влюбилась, конечно. Давай, рассказывай, какие новости, как дела? Ты счастлива? Ну, все идет очень хорошо, но случается иногда что-то плохое. Ты же знаешь, что вулкан сказал Чигле, что мы помирились. Да, знаю. Чагла пригласила нас к себе домой. Ослы, что ты такое говоришь? Ослы, мне это не нравится. Меня это беспокоит. Гонджа, я обязана пойти, иначе она опять скажет, что я лгунья. Начнет подозревать. Ослы, я так боюсь этой девушки. Я ей не доверяю. Что бы ни случилось, ты должна держаться от нее подальше. Я буду за тебя волноваться. Не хочу, чтобы ты расстраивалась. Ты же моя дорогая. Не волнуйся, ладно? Ладно. Госпожа, она сейчас вместе с подругой. Мы можем это как-то использовать? Может быть. Они выглядят как близкие подруги. Хорошо. Проследи тогда. Узнай, кто она и откуда. Хорошо, госпожа. Пойдем уже? Можно. Но обязательно сообщай мне обо всем. Я буду думать о тебе. Хорошо, не переживай. Подожди минуту. Дай руку. Я не могу идти одна. Хорошо, немного вон туда подвинем. Ага, отлично. Вы освободились? Поставьте это вон там. Я вас очень прошу. Чагла? Подготовка началась? Да. Все придут? Конечно, не волнуйся. Чагла,
Я выйду немного позже. Хорошо, мама. Я все объяснила персоналу, так что проблем возникнуть не должно. Хорошо, спасибо большое. Давайте, веселитесь. Спасибо. Слушаю. Ослы, я уже еду. Хорошо, я жду тебя. Ослы, ты куда? Ты же и так знаешь, Бурак. Мне это не нравится. Может быть, ты не пойдешь? Бурак, мы уже 1000 раз говорили. Не нужно опять поднимать эту тему. Я и так нервничаю. Хорошо, ты Вулкана здесь ждала. Да, Бурак. Мы туда вместе поедем. Нет, я тебя туда отвезу. Не говори глупостей. Он приехал сюда. Что я ему скажу? Ты хочешь, чтобы все поняли? Мне все равно, ослы. А мне важно. Мне надо идти. Увидимся. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.